До открытия форума остаются считанные минуты, но настоящий журналист всегда успеет заранее набрать синхронов. Сегодня здесь настоящий рай для корреспондента. Куда ни бросишь взгляд, всюду известные столичные, региональные редакторы, журналисты, операторы. Секретарь Союза журналистов России Владимир Косютин уверен, главный смысл работы журналиста заключен в свободе слова. Кто бы ни был учредителем или владельцем средств массовой информации, все равно от этих людей зависит повестка, да, повестка, которую транслируют средства массовой информации. Это могут быть власти, это могут быть частные лица, это могут быть кто угодно. Но так же точно в мире. Вопрос другой. Способный ли редакционный коллектив выстроить так свою информационную политику, чтобы транслировать разные точки зрения. Это зависит часто не от учредителей и не от власти, а от умения редактора, от его мускулов, да, противостоять какому-то нажиму. Форум открыт, и большая работа началась. В течение 2 дней на разных площадках Читы будут проходить дискуссионные панели, лекции, состоится встреча поколений. Задать самые смелые вопросы гостям фестиваля смогут и те, кто только начинает постигать азы журналистского мастерства. Очень такая большая бригада из Москвы приехала, которой есть что рассказать. Провинциальной журналистики. Хорошая площадка, чтобы обменяться мнением, чтобы узнать, чем живет сегодня журналистское сообщество. Дворец молодежи подготовил насыщенную праздничную программу. В коротких юмористических зарисовках о жизни сотрудников СМИ каждый узнал себя. А потом вместо конфетти на зрителей обрушились газетные ленты, как символ бесконечного творчества. Дарья Юринская, Николай Шунков, ЗапТВ.